Добрый день, установочный центр PC Автоком, Люблинская 82. Сегодня у нас Hyundai Grandeur. Мне кажется, наверное, 14-15 модельного года, 13 тысяч пробег, покажи, что это Hyundai Grandeur. Там где-то написано было. Магнитола у нас KR8017. Кожа, рожа, лакшери, всякие кнопочки. Такие вот. Так, да, хотел сказать, что сегодня целый день мы еблись с этой машиной. Потому что она, это очень, очень большой стресс ставит сюда магнитолу. Значит, у нас работает штатный AUX. USB. AUX, да, мы заюзали под ТВ-тюнер с двумя антеннами. Вот, запрограммировали на кнопочку IMS. То есть, такаем сюда, у нас ТВ-тюнер. Дальше можно тыркать там. Ребята, я охуел сегодня. Мы с Иваном первый день работаем, это пиздец. Очень большой стресс. Нихуя не подходит. Вот это не подходит. Это не подходит. Чтобы разобрать, нужно всю машину разобрать. Но мы заебись. Панель еще снять. Весь рояльный лак отодрать надо, да. Но мы сделали заебату. Ничего как бы нет. Да, не царапинки. Ничего, да. Нормальные пацаны. Нормальные пацаны. Теперь давай по делу. Hyundai Grandeur. Установили камеру переднего вида.